Мы работали в третью смену с 4 часов. Мы получили наряд. Все, значит, я работаю на 210-м горизонте, на вспомогательной насосной станции. Значит, я там качаю воду, слежу за насосами. Ну, наряд был на откачку воды, ТО насосов. Все, значит, наряд мы получили, переоделись. И без 10-4 мы где-то нулевой клетью, наш участок нулевой клетью спускается, ну, наша бригада. И спустились, соответственно, я на стволе, ну, иногда шахтеры задерживаются там с кем-то, со сменщиками могут переговорить. Мой сменщик, он всегда меня ждет там, на насосной станции. То есть мы меняемся там непосредственно. То есть я сразу пошел на свое место работы. В этот момент выключился свет. Ну, свет у нас бывает, что гаснет, там, утечки и так далее. То есть, ну, такая ситуация, это вообще как бы рядовая, да, абсолютно. Ну, и в этот момент я просто фонарем посветил, там есть еще дальние ворота в этой же насосной, я посветил туда, и там я уже увидел, что идет вода. Ну, то есть, вода бьется от борта и заходит уже как бы в насосную. Ну, и в этот момент я уже понял, что, скорее всего, произошел... Ну, я даже ничего, я понял, что нужно бежать. В этот момент я понял одно, нужно бежать. Я побежал. Ну вообще, каков вот этот вот объем, то есть для людей, вот как не представляют, да, вот я, например, не представляю, о каком объеме, о каких размерах воды вы говорите, то есть это на что было похоже? Ну, в этот момент я не видел там вал, я не скажу, что я видел вал какой-то, навал воды, просто такая вода, ну, полметра, может, там волна зашла, и все, но даже этого мне хватило, я подумал, что... Все равно это нестандартная ситуация. Здесь нужно... Если даже я потом мне покажется, что там все утихло, это была просто вода, где-то там что-то вышло, я вернусь на рабочее место, как бы там ничего страшного не произойдет. Но я добежал, я лучше подумал, что я всех верну на ствол, как бы. Всякое может быть. И, соответственно, пробежав, я начал кричать, чтобы все уходили. Но, слава богу, я был там первый на этом месте, на этом горизонте, ну, в этом участке, на ЗШ. Наиболее ближе к воде, получается. Да, то есть все... И один еще человек, который, он также... Ну, мы с ним почти одновременно зашли на этот участок выработок, только он ушел на левую сторону, как бы, а я в насосную отвернул направо. Ну, и я, когда бежал, я вижу, что он тоже бежит с той стороны, но и здесь я уже понял, что, скорее всего, вода тоже с той стороны зашла, потому что они объединенные, эти выработки. Ну, и все. И мы стали бежать, я стал кричать, чтобы все уходили, выход воды. Ну, все... Сначала кто-то не понял, я до некоторых добегал, говорил прямо в лицо, что бегите на стол, говорю, все. Все побежали. Сменщика также догнал потом впоследствии. Я говорю, Андрюха, беги. И, ну, вода выше прорвала воду. Первая, вторая сбойка там есть на горизонте, там стоит телефон. И вот с этого телефона я уже отзвонился диспетчеру и сказал, что, говорю, авария, говорю, у всех выходите, говорю, выход воды, говорю, так что лучше всех поднять. Ну и уже дальше пошел уже на ствол, побежал, также бежал. Прибежал я, у нас есть главный водоотлив, на главном водоотливе также с нашей бригады были работники, это Шеварев Михаил и Чушков Геннадий. Они были там, я к ним поднялся. Ну, Михаил, когда меня увидел, он уже тоже понял, что что-то произошло. Я ему сказал, что все, затопление происходит, произошел выброс воды, затопление. Как бы мы стали звонить на участок начальнику, ну и начальник попросил нас посмотреть, есть ли вообще вода, ну, как бы приток воды на закладочном квершлоке, то есть, ну, по тому квершлоку, по которому я бежал. И вот мы с Геннадием пошли посмотреть. Ну и вот, дойдя уже до первой сбойки, там уже увидели, что вот доски, там всякий мусор какой-то, вот этот там пожарные ящики деревянные, их притащило волной уже до первой сбойки. И мы уже здесь постояли, уже поняли, что смысла дальше уже идти нет. Мы вернулись, отчитались. Ну да, когда еще я отзвонился первый раз, прошел сигнал СУБР.
то есть что 4 длинных, 4 коротких, там, что это авария произошла. Субар сработал, замигали лампы у всех там. И уже вот впоследствии, когда мы с Геннадием вернулись от первой сбойки опять на главный водоотлив и уже пошли на ствол, то у нас опять тоже сработал сигнал Субар. Вот так вот. Но мы пришли, все, пока еще там... В этой ситуации, конечно, очень сильно повезло то, что, конечно, эта авария случилась вот именно в этот момент. В пересменку. Да, в пересменок. Если бы эта авария произошла, скажем, где-то через 3-4 часа, я думаю, ну, жертв было бы намного больше. Я очень сильно переживал нашей бригаде Кошевой Андрей. Он работает на 327-й отметке, там тоже насосная станция. И вот за него, то есть поток через спиральный съезд, он весь шел туда на 310 и потом еще дальше на 327, соответственно. Я очень переживал за то, как он оттуда выберется, потому что он уже, скорее всего, я думал, что он уже там на работе. И он действительно, он уже пришел на работу, и там его эта вода доселит, вот поток он его там застал. Но, слава богу, все обошлось, он силой воли, там духа выбрался.